Итак, началась охота за грибами. 22 августа. Белые подберезовики, подосиновики, белые долой грядки. И все в лес за грибами. Вот поближе хотела показать грибочки. Беленькие. Которые мы нашли. Вот с подружкой сегодня. И мы будем... Остальные грибы я отложила. Будем жарить. А из этих чудных грибочков... Будем готовить суп. Это уже супчик из белых идет. Уже часть ели, но это вот еще одна. Уже в тарелочке, и можно это уже кушать. Вот же а грибы. Вот еще у нас, да, тарелочки, грибочки. Мама. И еще в одну тарелочке грибочки. Вот тебе, приятного аппетита! А вот у моей капустной кучи выросла свинушка. И вот там дальше вот еще там грибы. Охота на грибы продолжается. Сегодня у нас улов подосиновиков. Ну, не только подосиновики. Вот огромные грибы. А вот из этих летних опят мы сделаем супчик. Сегодня у нас грибочки, лисички, сковородочки. Вот грибочки поджарились, и сейчас мы добавляем гречку, лук и гречку. И вот у нас еще беленький. Каждый день ходим в лес, приносим грибы и путешествия, и в Абрамцево побывали. Вот что значит дача для лентяя. А сейчас мы полностью заняты грибной охотой. До свидания, дорогие друзья.